Азербайджанские железные дороги полностью завершили земляные работы в рамках строительства участка железной дороги на границе с Ираном. На территории работают около 100 единиц техники, уложено около 300 тысяч кубометров песка, гравия и щебня. Продолжается проводка электрических и газовых линий. Из 8,3 километров железной дороги проложено 5 километров. Построено 13 водоотводов для сточных вод. Так как дорога пролегает через жилую местность, построены автомобильные туннели. В настоящее время идет установка опорных механизмов. Работу усложняет сложный рельеф. Как вам известно, в обязанности Азербайджана в ходе строительства дороги протяженностью 8,3 километра провести две железнодорожные линии на станции Астарачай и строительство моста. Иранская сторона проложит дорогу длиной в 2 километра и построит терминалы для приема грузов. Завершение строительства позволит Азербайджану увеличить транзитный потенциал страны. В этом случае ежегодно в рамках различных транспортных проектов республика сможет осуществлять перевозку грузов до 50 миллионов тонн. Фарида Ашалова, Али Алиев, CBC.